Доброго времени суток, друзья! Привет, любители острова! Сегодня готовы пара компактных маневренных резачков. Два ножа грибник вашему вниманию. Давайте смотреть. На клинках обоих ножей сталь АУС-10 Кобальт. Ну или АУС-10КО, кому как более привычно. Сталь производства КНР. Коррозионно-стойкая сталь. Как я говорю, такие железки обычно с минимальным уходом. В принципе, он не требуется, но все же я рекомендую протирать хотя бы насухо. 60 единиц термообработка. Спуски на клинках от обуха, легкая вогнутая линза. Как я и сказал в самом начале ролика, оба ножа резачки, вы это прекрасно понимаете. Финиш клинков полировка. Первый нож, рукоятка, так сказать, строгий, да, цвет, черный граб, акриловый композит на ставке. Пропитка, как всегда, рукояти масло Даниш. Наборный больстер, латунь G10 у каждого ножа. То есть сами тоже все это можете видеть. Темляк бусина присутствует. То есть кому-то нужно, кому-то нет. Это, как говорится, думайте сами, решайте сами. То есть подойдет, работайте с ним. Не подойдет, значит, без него. По размерам, давайте на примере сразу первого ножа. Общая длина 246. Клинок 123. Ширина 28. Обух 3,4. То есть сами понимаете. Нож действительно маневренный, нож действительно компактный. Как я говорю, чем опытнее охотник, тем меньше у него нож. То есть свое название грибник он оправдывает. Хотя, по сути, это не грибник, это действительно вот компактный рабочий нож на разделку. Второй вариант ножа, друзья. По исполнению клинка все абсолютно аналогично. АУС-10КО на клинке, спуски от обуха, легкая линза, также резачок. Но здесь уже яркий вариант. Антипотеряйка, красное дерево падук, как вы знаете, я его называю. Здесь кориан. На вставке также латунь и G10. Темлячок, бусина также присутствует. То есть здесь, смотрите, выбирайте сами, кому какой подойдет. Либо строгий Black Edition, так сказать, черный. Либо красное дерево падук. Кому какой понравится. Любой нож, друзья, по стоимости 4200 рублей. Естественно, на момент выхода ролика они оба будут в наличии. Давайте парой покажу. Вот смотрите, кому какой подойдет, кому какой понравится. Размеры уточняйте, потому что могут отличаться, вот, допустим, по второму ножу, там, ну, какие-то буквально единицы, сами понимаете, под копирку они быть сделаны не могут. Естественно, каждый нож будет с ножнами, кожа тиснения, два подвеса, соответственно, вентиляция, все как обычно. И вот так будут сидеть и выглядеть у вас в ножнах. Пожалуйста.